Да. Давай, Елена, носи. Или я все донесу сразу, да? Да. Как шашлык, мать? Нормально. Прикольно. Камера разрядилась, ребята. Да капец. Так что снимаем на фотоаппарат, и вон мать сейчас мой телефон настроит и будет снимать. Ребятки, всем привет. Всем привет, ребята. Помашите вот ручками. А меня показать, гляди, всем гляди. Привет. А где ты, Лена? А, Лена наверху. Да. Ребята, прощание у нас с дачей. Закрытие дачного сезона. У нас, видите, что? Ой, сейчас фокус наведу. Где фокус? Вот он. Колбасочки. Ой, горит. Горим! Немножко. А жир капает, и оно горит. Тушили, тушили, потушили. Так колбаса вот эта вот, видишь, начала раскрываться. Угу. Испадать. Да. Ну, а ее особо даже жарить не надо, я в сторону убрала. Вот эту главную пожарить, она сырая. Ребята, у нас это самое. Все, присмотришь за этим самым? Кошка какая-то идет. Кися, кися. Стаканчик с водой. Да. Кто там, кто там? Приходи, мы тебя угостим. А, та же самая, да, Кисюша? Да, девочка хорошая. Ребята, погода сегодня просто прелестно. Прелестно. Обещали 13 градусов. Блин, ну так и есть где-то, да? Хочется реально снять эти куртки, шапки, но это опасно снимать. У нас тут такое вот. Просто, ребята, закрытие. Ну, не закрыть как, не знаю, прощаемся с дачей. У нас Лена не была здесь полгода на даче. Поэтому пришла. Куда она пришла? Мы ее привезли, господи. Вот она, Сергеевна. Елена. Прекрасная. Да, иди посмотри, там кисечка. Хорошая такая девочка. Боже, Лена выросла. В камеру смотрю и не узнаю, что это мой ребенок. Капец. Палка. Палка вот стоит, вот-вот-вот. Ой, вот она. Палочка. Ребята, красотишка. Красотишка, неимоверная красота. А ну есть же. Ням-нямушка. Приехали на часок. Немножко отдохнуть, ребята. Вон колбаса, и та раскрывается уже. Пахнет. Жалко, камера запах не передает, ребята. Киса. Ну, подожди немного. Шашлычки наши жарятся. Колбаски. Ну, какая разница? Все равно шашлыки. Да. Шашлычные колбаски. Да. Вот с этими, видишь, что их крутит, вертит. Но я их отодвинула вообще на край. Они, угу, в принципе, ну, уже этот самый. Ну, они готовы. Они уже готовы, а вот эти сырые. Их надо обжаривать. Так снимите. Так я не хочу, чтобы оно остыло, понимаешь? Горит. Уголек. Ой. Надо водичкой прыснуть. Ну. Убегает. Да все. Потух. Ой. Запахи. Вкусненько. Я же расстроилась. Обидно, что маленькая камера наша накрылась. Ну, вернее, с батареи сдохли. Нам надо срочно зарядное покупать. У нас зарядное как не до конца заряжает. Угу. У нас 3 аккумулятора, и все 3, получается, получились сдохли. Сдохшие. Угу. Ну ничего, бывает, мать, ничего страшного. Угу. У нас еще есть телефоны, у нас он есть Кэнон. Да, просто это все неудобно. Ну, а, мало ли что. Бывает неудобно, а зато есть на что снимать. Я не знаю, сколько их жарить, когда они готовы-то. Не понятно. Попробовать надо их. Тоже неохота пересушить. Угу. Ну еще чуть-чуть, то и все. Все, ребятки, обед готов. Сейчас мы будем есть. Наливаем чаю себе горячего, да, Дэн? А твоя чашка вон, ты унес, желтая. Ну, давай.
Так, у нас хлеб, ребята, горчичка, кетчуп. Ну, было больше. Все будем отсюда черпать кетчуп. Черпать вдохновение. Так. А сюда чай будем наливать? Давай. Ой. Так, тебе чай, да? Только, мы только устали, папа, чай, чай, чай. Лена, а ты что пьешь? Чай. А у тебя пустая? Пустая. А руки мыть будем? А, у нас я есть антисептиком есть. Мы можем просто побрызгать, они у нас помыты. Да, мать? Угу. Ну, я пока не хочу горячий чай, а потом попью. Так. Ну, сдрогнем, ребята. Угу, горячее. Берите бокалы. Мать, у тебя бокал есть? У нас там видно, видно сюда. Бокал у меня вот. Давай. Все, давайте вздрогнем. А, у меня горячий чай. Ну, за начало весны. Оно через два дня, но мы уже сейчас празднуем. Да. Горячее, я не могу допить. Выдохни вот так. И пей. Я шучу, да. Подуй вот так. И потихонечку. Не, я обожу. Классно, чай горячий, вообще цены. Можно колоть вот так вот, да? Угу. Вот тут надо получить колбасочки, видите? Что ты там бормочешь? Горячая. Подошла ко мне. Одна, два, два. Я не могу это выпить. Классно. Я не могу это выпить. Это что? На свежем воздухе, ребята. Что, вкусные, мам? Вообще. Лена, шапку надо накинуть. Вкусные, говоришь, сосиски? Угу. Соли дофига. И огурцы, ребята, я их вообще не ем. На свежем воздухе идут аж бегом. Угу. На. Этот. Укропчик. Бери. Вон. Горчица есть, вон. Не, не так уже жарко, застегивай куртку. Жарко. Мы опять спали с тобой. Вкусно, ребята. Офигенно. Мы еще ни в каком году так рано, да? Сезон не открывали. По-моему. Да, в марте, в апреле было. Угу. Классно. Ну что, посадим мы себя на огородике зелень. Будем свежую кушать, да? Ты будешь, Лена, помогать мне? А куда денусь? Она сказала, куда она денется. Может, там плохо микрофон будет ловить. Короче, все слышали, Лена обещала, пообещала помогать. Я не обещала, блин. Ну и как тебе эти сосиски? Мне. Вам. Офигенные. Горячие. Не, вкусные, да? Да. Вкусные. Ну, за прошлый раз мы какие-то белые брали, которых... Все тоже белые. Нет. Нет. Мы когда их пожарили, у них еще даже кожуры не было. Они такие, ну... Просто там есть два вида колбасном. Белого цвета и оранжевого такого. Мы брали те и те, которые оранжевые, нам не понравились. Там какие-то травы присутствуют. Угу. Помнишь? А эти без трав, хорошие. Без трав, а трав. Собаки нахуй. Угу. Завтра надо будет... У нового хозяина, ну, мы много вопросов ему будем задавать. Я предупредила его, да? Ну, да. Узнать за собак. Ну, будет он увозить собак или нет? Потому что я боюсь той собаки, которая меня укусила. Я не знаю, что с ней делать буду. Да научим ее, мать. Хотя, мне кажется, скорее всего, заберет собак. Мне тоже.
собаки ж родные вроде как. Да? Ну да. А тебе пробовала сосиски? Mm-hmm. Ты не пробовал, да? Вам кусок. Елена, yeah. Какие вкуснее? И те хорошие. Да? Короче, мы ж первый раз взяли, ребята, вот эту вот горчицу в баночке такой, в стеклянной. Фирма, горчица российская, фирма ВХС, как-то называется она. Сельпо брали. Что первое, изжоги от нее у нас нет. Да. Потому что мы не каждую горчицу главное, можем да. кушать, да. Но, по сравнению с той, которую Кама мы в ВТБ берем, это какая-то кисловатая, какая-то кислинка у нее, да? Угу. Лук ядреный, блин. Угу. Аж в башку дал. А я еще с горчицей. Надо салфеточку. Блин. Вот. Чего? Кот. Где? Другой? Угу. Надо на запахи. На, вон тебе салфетку. Кот, вон. Чуть не вижу, кот. А там он согнулся. Ой, ребята. Вкусно, видите? Юркина диета. Я уже обожаю. Закрылась медным тазиком. Она не начиналась еще. Вот именно. Да, лук ядреный. Люблю траву. Люблю траву в начале мая. Я забыла фотку на мангале сделать. Что-то я уже... Все. Наелась? Прикол. Ты очень экономная дочь. Я реально пожиралась. Выгодная, да? Выгодная. Плесни, наверное, сюда ли на кетчуп то еще, да? Что я? А эти засушились. Ну, по сравнению с большими суховато немного. Угу. Ну тоже хорошие. Да. У нас сегодня мукбанг. Да. Да? Мукбанг. А по-нашему жрачка. А никто из нас хлеб не ест, да? А надо бы есть. Да зачем? Без хлеба? Больше влазит. Что правда, то правда. Меня уже не влазит. Мы еще думали, взять альму или нет. Ребята, не взяли чисто из-за того, что болото. Но здесь возле ворот вообще не пройти. Она бы была вся черная. Потом в машину ее не посадишь. Они же собаки любят болото. Вечно извозятся. Ну только если мешок я запихну, тогда не будет. Я обожралась. Да? Ой, капец. А сто я больше влазит. Угу. Еды. Нет. Да. Надо всегда стоя жрать, пока не упадешь. Как ты чувствуешь, что начал падать? Я уже падаю. Я постоянно падаю. Если чувствуешь, что начал падать, обо что-нибудь обопрись. О, а идея, кстати. Поставь какую-то палочку. Сделай подставку. Я вам нашла подставку. Мы с Наташей вчера договорились, Наташа, ногти. Договорились же сбегать сегодня. А я не знаю, побегу ли я. Честно. В смысле бегать? На стадионе. Ты с нами? Жир сгонять. Нет, я скорее всего упаду. Упаду прям со старта. Нам написали, что бегать вредно. Особенно вот так вот, когда с налету, никогда не бегал. И бегать типа вредно на суставы, там, на то, на все. Лучше можно так и упасть там. Ты нам поможешь, если что? С непривычки. А он с вами бегать будет? Нет. Я уже отбегал свою дыр. И нам, знаешь, что сказали, что полезна быстрая ходьба и это.
как она называется? Короче, ходьба, когда с палками. Знаешь, типа с лыжными такими. И я представила картину, мы с палками такими ходим по стадиону. Вот это будет контент, конечно. Нужны палки, отец. Инвалидные такие. На ходулях, вот это спорт. Лена, в новый дом увезем, потом велосипед твой. Ты будешь на нем в магазин за хлебом ездить. Здрасте, доброе утро. Я сейчас буду в нем на художке ездить. А потом за хлебом в магазин. Поработите меня, да? Угу. Ясно. Нет, мам, велик-то не только мой, можешь и ты поедем. Да. Угу. Хочу рассказать. Вставал я, ребята, в 5 часов, у меня еще в молодости такой дурной, ну, с дурной головой было. Бегал, потом шел на работу, после работы 4 часа тренировки. Можешь себе представить? Вот такая бешеная жизнь была. Были силы, потому что был молод. Ну вот я их быстро и кончил. Тренироваться надо в меру. Все должно быть в меру. Еда, беготня, отдых, все в меру. Горячая. Золотая средина. Да. Где же ее найти? Золотую-то. Вон пришли два котика. А, мы уже колбасой накормили, а теперь они догоняются хлебом. Ладкись. Ой. На тебе тоже. Ты уже не ешь хлеб, все. А тот, видно, более голодный, видишь? Угу. Так он даже чипсы ест, Лена давала ему. И ты не хочешь, да? Один голодный, другой не очень. А потому что этот, которому приезжает, вот этот вот, мы же его в прошлый раз видели, который вот хлеб не хочет. А этот я не знаю, откуда он появился. Откуда-то пришел. А ты не хочешь, на, кушай хлеб, на. Давай, 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 давай. Ой, какой ты резкий, однако. Мурчит, кто-то из них мурчит. Черный, мне кажется, плохо видит. Почему? Ну, не знаю. Все, насытился, скажи, уже не лезет. Но он чуть-чуть как-то так, как будто мимо, знаешь, ну, глазками смотрит. Хорошие. Ты на пару решил тоже поесть, да? Так это, по-моему, два пацана. Ничего у них с животами не будет из-за хлеба, не? Да нет. О чем ты говоришь? Едят они хлеб. Это ж не лебеди? Не лебеди, да. Такие аккуратные, такие холёсые. Да, они вот, кошки вообще аккуратные. Да. Скажи, всё. Колбаса, скажи, у вас что, закончилась? Хлебушком кормите. Лена, отдай чипс вот этому. Да, сейчас. Давай, ешь, пока есть хоть хлеб. Ой. Нет, на, на. На, на, на. Смотри. Да, этот ест. Угу. Чипсы. Это кукурузные. Хрустит. Угу. А вот огурец не стали есть. А у нас Ласка кушает огурцы, а эти нет. У нас Ласка просто особенная. Что, все уже хлеб не лезет? На, давай последний еще. Давай, мама сказала. Что, мать? А уже замерзла. Как-то стало холодать. Не пора ли нам поддать? Еще по чайку, да, это самое. Шо, сейчас за... поддадим, да. За час справились, да? Ну. Раз и все. Так я одну съела вообще. Хоть на природу выехали. Да, хоть чуть-чуть про. Да Лену хоть вывели, ребята. Да. А то Лена не выводится. Да, мы хотели где-то у нас на речке, но просто там такое болото сейчас бродить, искать место. Мы еще хотели с собой вообще-то взять эти самые столик, стульчики, да? Угу. Ну, понимаешь, что это все будет в болоте. Что там, чай есть еще, да, мать? Хочу тоже. Угу. Ой, а тут хотя бы приехали, хоть стол есть. Потому что мы же это самое без места жительства теперь. Бомжи. И без дачи, и без дома, и получается, что нам некуда приехать. Ну все, осталось это самое. Я думаю, в начале следующей недели уже. Все, оно открылось. Да. Пере этот самый. Не течет? Нет, давай я. А как? Давай. О!
А ну, теперь лей. Льется? Прикол. Отлично. Технологии. Да. Хорош, хорош. А что? Оставь. Нажимай теперь. Шутка. Да, шутка. Да. Жми. Все, закрывай. Видишь? Система какая. Технологии, блин. А короче, у нас постоянно похожий термос носит один мальчик в школу, не буду говорить имя. И вечно на уроке мы слышим звук такой, бум, ударился об стол, короче. Он вечно броняет. Понимаешь? Так, надо не забыть еще мангал забрать. Сейчас заберем. В дом занести. Ой. Я его вытрушу. Пепел весь надо струсить. Ой, хорошо. А котик так и гуляет здесь вон. Ну да. Он боится. А тот наелся, ушел, да? Ой, хвостиком виляет. Ой, как собака виляет хвостом. Кися, кися. Кися. Хорошо. Да, как собака виляет, да? Кися, кися. Все, я уже не танцевать не могу, ничего, я наелась. Ну, конечно. Спать теперь хочу. Да. Согласна. Вот. Я съела одну штуку и все. И тоже спать, да, да? Ой, а дома срач оставили. Я как вспомню, там посуда не мыта. Да ничего, мать. То есть сегодня беготня, беготня-то, ничего и не поделали дома. Бардачело, малеха. Приедем, разгребем. Я приеду, я хотя бы полчаса отдохну. Просто. Просто хотя бы посидеть, да? Меня полчаса не трогать. У меня идет процесс переваривания просто. Так и мы поваляемся, да, дочь? Да, так у меня завтра сколько? Завтра надо идти. В художку тебе. Ничего. О, еще один кот идет. О, черный такой, да. Ой, он что, большой? Да. Да. Очень. Ага. У него беленькая. А есть ему что дать? Ну, хлеб. Достать хлеб? Давай. Он голодный, мама. Очень. О, киса хорошая. Хорошая киса. Попробуй. Киса, ты откуда ты взялась? Ты соседская, что ли? У нас соседи живут там, да, пап? Да. На. Будешь? Нет. Нет. Ой, он какой красивый, да? Да, да. Он не голодный. Блестит. А по шерсти видно, что он не голодный, да? Да. Ой. Да, он домашний. Чипсы не хочет. Какая у него шерсть, прям шелковистая. А, он толстенький, ничего себе. Ого, там пузко висит просто. Узень. Прикинь. Мне кажется, он, если мальчик, то кастрированный, у него пузо висит. Сейчас прогонит этого. Да? Да. Ну да, он уже. Что, злится типа, да? Ну да. Сейчас еще драться начнут. Не надо тут, не надо. О, он такой холеный прям. Да, конкретный. Вообще. А я откуда прилетела сейчас? Это я кинула. Красавец. Котофейчик. Ага, пометил он. Ты не ешь хлеб, ой, глазастый. Глаза у него прикольные, да? Ага. Не трися меня. Два фонаря просто. Ага. Опа, смотри, хвостом. Смотри, пометит тебя. Да не пометит. Ага. Я вовремя уйду. Убегут. Фу, что, потихоньку будем собираться, да? Да, мамочка. Походу, это два мальчика. А то, значит, была девочка и мальчик, да? Ну да. Ой, блин. Хвостом забыли. Чужая территория, типа, они, угу. Да? Глаза смотрят, смотри. Угу. Не отрывается. Кто кого пересмотрит. Ага. Вот отворачивается. Хочет уйти, наверное, да? Угу. Он же пришел откуда-то с чужой дачи. Медленно уходит. Все, тот переорал, тот победил. С белым. Не дерутся же, да? Ну да. А, да. Кто психологически сдастся, видишь. Хвостом этот. Да, все, все, сейчас уйдет. Угу. Все.
Значит, те, которых мы кормили двоих, это был мальчик и девочка, да? Нет, то был мальчик тоже. Тоже? Ну, значит, они на одной территории друг друга знают, да? Ну, а как понимать? А этот пришел, вот, наверное, от соседей, потому что он, наверное, у них там живет. Да? Типа не на свою территорию, да. Возможно. И поэтому такая получается беда. Уходит. Ну, пошел он сейчас на свою территорию. Он понял. Извините, был неправ. Спылил. Извините, зря поканул. Да, дайте время одуматься. Да. Он выходит, выходит. О, мычит, мычит. А тот начинает мычать. Ой, какой он блестит, прямо шерсть у него, да? Хорошая, да. Прям блестит вообще. Красавец, конечно. Ну, чуть-чуть не туда зашел. Ну, бывает, бывает. Потому что, видно, тот тут пометил. Угу. И он не хочет, чтобы этот здесь. Весна ж идет. Они тут все пометили, ждут этих самых. Тут речи, сзади. Ждут конкуренция. Девушек. Ну, да. Ждут телочек. А этот сидит. Да, тише, парень, все хорошо, все нормально. Смотрит. Ты победил. Территория твоя, не ссы. Прикольно они, да? Ага. Обошлись без драки. Ну. Поняли, кто здесь они хозяин. Они порядочные, да. Видишь, они этот самый, решили все путем таким переговоров. Да. Провели переговоры. А помнишь, у нас был кот Штанишка? Да. Он же тоже всех гонял здесь. Угу, угу. Никто не заходил на территорию. Ага. Ну, те, бывало, сидели и по часу, блин, друг на друга, ой, да? Да. Ночью как заведут серенады. И смотрят, кто кого пересмотрит. Да. Тоже не дрались, кстати. Ага, ага. Тоже один уходил. Ну, Штанишка здесь самый главный был, да? Угу. А Штанишка, потому что он как будто у него задние лапки были, как в штанишках. Ну, да. Он был белые лосины такие. Он уже больной потом к нам подбежал. То вообще не подбегал. Угу, угу. Ну что, как отдохнули, девчонки? Прикольно, классно, шикарно вообще. Сейчас машина разогреется, ребятки, и мы поедем спокойненько себе. Да? Хорошо, что мы Альму не взяли. Это было бы просто жесть болотная. Жесть болотная. Болотная собака. Новый вид. Очень прям болотно, болотно. Совсем. Положите меня спать. Сейчас, мать, сейчас доедем. Так, ребята, съемка на телефон. Ну уже все подряд. И на телефон, и все, на без камер, блин, снимаю. Да. О. Лужа такая. Поехали. Слушай, а ничего, так у тебя телефон снимает. Да. Не сильно этот самый, картинка трясется. Несмотря на то, что сейчас вся машина трясется, по кочкам едем. Ой, не могу ровно держать. О, понаедались. Немножко отдохнем. Слушай, и... выехали. Да. Отдохнем, ну, немного и за работу. Работа еще. Потому что есть утренняя работа, есть вечерняя работа. А всегда все. Что-то надо делать. Справа нет. Хотя я хотел бы сериал какой-то посмотреть. Уже там много, видишь, папка. Много-много месяцев. Нет, когда. Не смотрели ничего. Ребята, посоветуйте, какой сериал посмотреть. Напишите в комментариях, хороший какой-то. По вечерам, сериал. Да, когда перед сном хоть по серии смотреть, было бы классно. Да. Отвлечься. Так, ребятки, что дома? Посуду перемыла, вся в готовке. Хочу, у меня есть грибы, вот я их помыла и каждый напополам перерезала, они такого среднего размера. Здесь у меня рассол закипает, уксус, вода, растительное масло, лаврового листа у меня, к сожалению, нет, добавила перец горошком, черный перец душистый, что тут, соль, сахар. Вот оно сейчас, оно уже закипает. Сюда добавляю. Это быстрые такие маринованные грибы будут. Все, сейчас крышкой накрываю, буквально там 7-8 минут и будет готово. Что я буду делать, ребята, сейчас я покажу. Вот у меня тесто, уже оно подходит. Ой, блин, камера, простите, засвечивает, вот оно. Тесто дрожжевое, ребята, вон оно такое пух-пух-пух такое, ух, оно поднимается. Сейчас полотенечко накрою, пока постоит, пока грибы приготовятся. Буду делать быструю пиццу с колбасой и грибами, по быстрячку. По скорячку. И компот варится. Сухофрукты закончились. У меня полная морозилка этого винограда дачного. Мы еще, наверное, будем полгода из него компот готовить. Вот. Чисто виноград здесь. Ну, вам я не знаю, там не видно.
Где виноградинки? Короче, они где-то там, пол кастрюли винограда. Я уже так по пол кастрюли добавляю, чтобы поскорее, потому что, если честно, у нас же в печенках этот виноградный компот уже как-то с трудом лезет, а его еще очень-очень много, этого винограда. Так что все, будет у меня вот такая пицца вкусная. Ребята, готовлю пиццу. Короче, тесто прям такое живое-живое. Еле я его распластала по всей поверхности. Буду добавлять колбасу. Блин, еще лук хотела. Ну, мне уже лень. Будет просто колбаса. Колбаса и грибочки. Сейчас я их нарезала. Кстати, такие вкусные были. И быстренько остыли маринованные грибы. Можно было свежие положить. Но мне что-то захотелось, чтобы они были такие. Я их с уксусом и даже уксуса больше, чем надо, добавила, чтобы они такие. Я, в общем, мне нравится в пицце соленые огурцы. Ну и так как соленых огурцов нет, я сделала вот такие вот маринованные в уксусе, чтобы кислиночка какая-то такая была. Вот. Так, вот тут с краешку надо еще. Сергей сел монтировать. Боже, я не знаю, честно, пойду я или нет сегодня бегать, ребята. Я к 9 часам только закончу пиццу готовить. Короче, что-то времени как-то не хватает. Не хватает. Так, и грибочки. Грибочков тут немного. Вот так вот. Распределяем. Такими кусочками их нарезала. Я еще люблю лук в пиццу добавлять, но у меня Лена лук не любит в пицце. А я везде добавляю лук и морковь. Я бы с удовольствием даже в пиццу морковь добавила. А что, я люблю. Но из-за Лены, конечно, не добавлю. Не, ну морковь это я так пошутила. Но лук везде добавляю. Так, ну все, примерно как-то вот так вот. И сыра у меня нет, ребята. Будет как-то так. Как обычно, духовку не включила, так, пошла духовку включать. Я понял, у меня есть сырок плавленый, у меня есть это сырный соус. Я его сверху намажу. Вот. И соус карри, он тоже такой белого цвета. Вот. И плавленый сырок, сейчас посмотрю, если осталось, туда добавлю. Нет, значит нет, будет прямо вот так вот. Вот такая пицца. Все, ребятки, моя пицца готова. Вот такая вот симпатюлечка. Сейчас она уже такая тепленькая. Сейчас я ее порежу порционно. Вот так вот на квадраты. И выложу на какое-то блюдо. Хотя в контейнер бы какой-то закрыть. Не, на какое-то блюдо. И также пергаментом заверну. И, ну, потом, когда покушаем, что останется в холодильник, в пергаменте покладу, чтобы она не засыхала. Все, ням-нямушка. Это Юлькина диета называется. Лена, короче, сказала, пицца пиццей, а она хочет борщ кушать. Борщ-борщичок вкусный, привкусный. Блин, камера грязная. Что такая грязная камера? Ребята, все, идем на стадион. Вот кто со мной идет, Альма. Альма собачка. Я еще мусор захотела сейчас выкинуть. Встречаемся с Натали. Фух. И собака тоже погуляет, девчулечка. Короче, набегались, запыхались Наташкой. Бедная Альма тоже еле успевала за нами. Короче, мы хорошие девочки. А сейчас пойдем домой и пожрем. Я пиццу. Пиццу? Да, я пиццу буду есть. Короче, нифига мы не бегали. Честно скажу, мы быстрым шагом ходили. Ну, сравнительно быстро. Потому что, я вам скажу, вредно сразу бежать. Надо постепенно. Надо постепенно себя, свой организм приучать. Иначе на следующий день не сядешь на унитаз. Знаешь, как больно, блин. Ну, у тебя была крепатура? Конечно. Я когда в спортзал ходила, это... Это капец, блин. Я в туалет захожу. А я когда в тренажерку ходила. Я говорю, подожди, не могу сесть, тебе помочь. Я говорю, нет. Я тоже ходила в первый день. Тяжело. На второй день я даже по лестнице не могла подняться. Тяжело, да. Ходишь, как этот самый. Да, весь поломанный. Та-дам, ребятки. У нас обед. Ужин. Я вообще запарился уже. Запутались уже. Блин, я ложку не взяла тебе. С этими компьютерами. Нет, у меня весла, чтобы помешать тебе борщ, простите. Этот самый. Сергей борщ захотел, потому что есть вкуснячее такое вот, ребята, да. Сало, горчичка, перчик. С прослойкой лук, сала. Хлеб, да. А я буду чай и съем кусочек пиццы. Вот этот вот, пожалуй, вот с середочки. Вот этот вот вкуснячий. И есть капуста. Альма, ты только что поела целую миску каши вообще. Ты наглая просто. Она бы ела и ела. Ненасытная. Пока не лопнула бы. Это точно. Так, что, ребятки, будем кушать этот самый. Сегодня на канале Коля Оля Шаповалова. У них в семье случилась беда. Горе с Ремкой.
не стало Ремки. Да, очень жалко собак. Я Оле звонила, он, конечно, я не говорю, не передать, ну, никакие слова, ну, понятно, соболезнования. Я просто, мы знаем, насколько сейчас им тяжело, и еще будет долгое время тяжело, очень тяжело это пережить. Кто-то скажет, конечно, это, ну, что так переживать, это вот другое дело, когда, допустим, там, человека теряешь, то есть всех тяжело терять. Да. Всех тяжело. Да, а животное, особенно которое прожило в семье 14-15 лет, это часть твоей жизни. Часть твоей жизни, и очень тяжело с ними расставаться не менее, чем с людьми, ну, я не знаю. Ну, конечно, член семьи. Да, очень тяжело, ребята, соболезнуем. Соболезнуем, ребята. Вам, и... Ну, как говорят, время лечит, надо время, хотя в нашей памяти эти животные, они остаются на всю жизнь, ну, да. Иначе не бывает, просто надо пережить, это очень тяжело, мы сами тоже пережили, не так давно, считай, сколько прошло, да, и да, до сих Соньку, пор все это. И Алису до сих пор помним, да. Да, очень тяжело все это, ребятки, но надо время, просто надо. Могу слов найти, потому что это действительно тяжко. Вот. Держитесь, крепитесь. Держитесь, ребята, да. Да. Все будет хорошо. Сейчас еще, понимаешь, за Еву переживаю. Все переживают, потому что когда две собаки, считай, вместе всю жизнь, да, прожили. С детства, считай. Да. И собаке тяжело, и она же тоже в возрасте-то, да. Ну да. Короче, да, все это нелегко, ребятки. Ну что, все. На этом прощаемся, кушаем, да будем ложиться спать, ну что-то сегодня подустали, вроде так особо тяжести не тягали, да, а отдыхали, казалось. От отдыха устали. Наверное, да, много свежего воздуха, и как-то вот так вот это самое хочется уже лечь спать и все, чтобы завтра был новый день. Все, ребятки, всем пока-пока, до завтра, до встречи, пока-пока. Пока-пока, ребята. Вон там лебединые дети должны быть, отсюда плохо видно. Чайки, они тут летают. Откуда здесь море? Чайки на море. Это лебединые дети, это чайки, скажи. Мама, тут летают чайки.